Улыбчивые и серьезные, в шикарных шляпах или классическом образе. Такими гости и участницы городского фестиваля творчества пожилых людей позировали перед объективом профессионального фотографа. На победу в конкурсе «Серебряный луч» претендовали 27 обаятельных зареченок прекрасного возраста. Все фотографии мы разместили на сайте «Город Z», и целую неделю здесь шло голосование. Посетители нашего интернет-портала заходили, голосовали, смотрели на участниц и, естественно, выбирали тех, кто им понравился больше всего. Интернет-пользователи могли поставить оценки любому количеству участниц, но по одному разу. В общей сложности все конкурсантки получили около 1000 голосов посетителей портала городz.info. По итогам состязания наибольшее количество баллов, 175, набрала Валентина Мещерякова. Как обычно, после того, как мы подводим итоги, мы смотрим голоса на накрутку. Естественно, в этом конкурсе, конечно, никакой накрутки не было. Все очень прозрачно, честно, поэтому мы поздравляем победительницу и ждем ее на награждение. Церемония награждения победительницы фотоконкурса «Серебряный луч» состоится в эфире программы «Доброе утро, Заречный». Валентина Мещерякова получит приз от Союза «Атомные города». Сертификат номиналом 5000 рублей на услуги одного из городских салонов красоты. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».